Здравствуйте! Вас приветствует Электромотор, ваш надежный друг и помощник в мире техники. И мы продолжаем наше увлекательное путешествие в мир света. Представляем вашему вниманию космическую подвесную светодиодную люстру от украинской компании Interclass. Это маленькая галактика в вашей квартире, офисе или студии. Конструкция состоит из трех окружностей или же орбит, внутри которых находятся светодиодные лампы. Именно они придают такой необычности данной люстре. Данные лампы дают холодный свет, который насытит помещение натуральным дневным освещением. Отмена, что данная люстра потребляет около 30 Вт, а освещает на 300, поскольку здесь светодиодные лампы. И что касается светодиодов, да, действительно, это долговечные лампы, но если необходим ремонт, все очень просто. Заменять нужно не все светодиоды, а частично. Вот так вот вырезается по 3 сегмента и впаиваются. Основание люстры повторяет те же округлости по дизайну, что и основные детали. От орбит, которые мы видим сейчас, идут струны к потолку. Именно они и удерживают надежно вот эту вот конструкцию. Такая космическая красавица отлично подойдет для гостиной или же для большого холла, коридора. Отмена, что высота люстры около 1,5 метра, поэтому лучше, конечно, выбирать ее для тех помещений, где высокие потолки. Если вас заинтересовали такие сферические, космические мотивы, тогда звоните к нам в Электромотор по номеру 53038, и наши девушки-менеджеры ответят на все ваши вопросы.